утром просыпаешься, открывая глаза, и по всему дому аромат кофе. А вдруг вы неправильно его готовите? Сейчас проверим. Проверим, как готовится кофе дома. Когда речь идет о настоящем кофе, настоящее. Ну, понятное дело, что есть разные способы. В Италии есть один способ. Единственный способ домашнего кофе – это через мокко. Чтобы кофе получился безупречным, нужно некоторые правила. Во-первых, ваша кофеварка нельзя ни в коем случае мыть мылом. Ни в коем случае. Оно испортится, вы его выбросите. Вот. А надо всегда сполоснуть вот, теплой водой. Это вот такой нежно. Вот так. Надо внимательно, надо здесь, чтобы остатки кофе все вышли, надо, чтобы здесь все хорошо было. Берете нижнюю часть, это бак. Сколько воды? Сколько воды? Некоторые говорят, ну, мне, пожалуйста, чуть-чуть, а мне побольше. Нет, нужно, чтобы вода была под клапаном. Надо смотреть. Вот, водички. Туда вообще. О! А! Можете мне доверять, это ниже клапана. Берете вот эту штуку, которая... Это, как это называется? Это тоже бак, но для кофе. Теперь берем кофе, открываем. Сколько кофе кладется в мокко? Это тоже интересный вопрос. Надо взять вот так нежно, вот так нежно, чтобы не сжать его, а нежно, вот класть нежно. Опа. Так, смотрите, должна быть такая горочка. Все должно быть полный, но посередине должна быть горочка. Закрывается. Это в холодильник. Не забудьте, а то вообще утром много всего забывается, поэтому не забывайте. Теперь берем вот эту часть и прямо сверху, прямо вот так. Так. И потихонечку закрываем. Как закрывать? Туго или не туго? Туго. Вот туго. И кладем. Вот. Самое главное. Откроем крышечку. И пока кофе не вышел, надо оставить его открыть, чтобы проветривалось. Потому что здесь еще вода, влага. Потом получится такой привкус, такой влажный, страшный. Вода. А пока ждем, пока вода скипит и наше кофе выйдет. Сделаем такую фишку, чисто наполитанская фишка. Готовимся делать сахарный крем. Сахар. Вот. Примерно в такую чашку еще есть маленький секретный ингредиент. Но это я вам скажу позже. О, первый кофе выходит. Так. Закрываем и используем самые первые капли, которые они самые горькие и самые горячие. И начинаем готовить. О! Бурлит! Слышите? Бурлит! Бурлит! Значит, кофе готов. Выключаем и все, кофе готово. Главное, что сахарный крем тоже готов. О, одновременно как раз и в этот раз получилось. О, смотрите, какой густой. Что с ними делать? Нужно взять адацулело. Конечно, если у вас есть возможность его подогревать. Не знаю, в кипятке, не знаю, что, ну, такое, в печку засунуть. Вот как-нибудь, чтобы было... не холодное, а чтобы было горяченькое, чтобы у вас кофе не остывало. Вот так. Открываем нашу кофеварку. А вы думаете, сейчас нужно туда переливать? Нет, еще есть такой важнейший момент. Первые капли, самый концентрат, самый вкусный, это он внизу. А самый такой слабый, такой
самый такой менее вкусный, это сверху. Поэтому нужно равномерно, равномерно все смешивать. Вот так, чтобы получилось нормальненько. Теперь берем сахарный крем и туда. Ну, смотря, вам нравится более сладкий, менее сладкий. Вот. Вообще не нравится сладкий. Тогда что делать? Тогда не без сахарного крема. Вот. И туда наливаем кофе. Смешиваем. Во-первых, сахар быстрее растворился, и потом появился такая пеночка. Пеночка, которая всегда приятна. Теперь берете газету, сигар, и на веранде откройте газету, зажигаете сигар и наслаждаетесь жизнью.